Да, прежде чем получить аккредитацию, мы должны сдать тесты. Сейчас все сдадим тесты, получим аккредитацию, все будет хорошо. То есть у NVIDIA еще на паркете они типа согласовывают использование вот этой модели масок и KN95. Вот KN95 в России есть и встречается, а вот этой модели в России не найдешь, не купишь. Поэтому первый раз их используешь. Очень комфортные маски. Когда All-Stars приезжает в город, на самом деле они, то есть официальных отелей прямо много, потому что много гостей, сотрудников, работников, клубы, команды. Со всего мира люди приезжают. Сейчас, конечно, с этим будет сложнее в этом году, но вообще огромное количество гостей просто со всего мира. Это главное такое сборище баскетбольное, главная баскетбольная тусовка. И, честно говоря, погода, правда, очень сильно влияет на все. Ну, короче, вот просто мы о чем? Что мы в Хаяте, вокруг там Ренессанс, и все это официальные отели, везде находятся люди от NBA, которые что-то готовы тебе показать, какой-то хоспиталити, в общем, такое. Работа огромная, на самом деле, чтобы все везде все успевали, и все равно бывают косяки. Ну, большие ивенты. Welcome to Cleveland Court NBA All-Star. Знаешь, вот я все время жду, когда же хоть какая-нибудь, где-нибудь компания, которая захочет что-нибудь использовать, но не имея прав на использование слов NBA All-Star, тоже что-нибудь сделает. Но здесь мы пока просто в официальном отеле, поэтому здесь все, конечно, официально. Нет, это просто пресс-вол, очень кайфово сделанный, это не баннер. Это, блин, на ткани, и это прямо на тебя очень классно. Прям очень качественно сделано, просто вот сама... Наш сама шелк хрень. На ощупь, очень растянутый. Слушайте, честно говоря, я вот бывал в нескольких городах во время чемпионата мира по футболу в России, и такого количества символики, как сейчас здесь про All-Star, я не видел. Ну, то есть я вообще в жизни ни на один ивент такое количество рекламы не видел. Смотрите, на фонарных столбах, просто на каждой улочке, на которой мы только что прошлись, на вот там огромная афиша, вот, ну, на каждом столбе здесь. А здесь просто натянуты ограничители парковки. На самой арене здесь. На просто на строящейся парковке гигантский баннер. Это сумасшествие какое-то, да, Дим? Я хотел сначала сказать, ну да. Но на самом деле это правда важная история. И это еще одна из тем, наверное, работа с городом. С другой стороны, ну то есть бюджет колоссальный. То есть это правда очень дорогой, очень масштабный ивент. Ну, на самом деле, я сейчас, вот где мы находимся, я хотел сказать не про это. Это уже Rocket Mortgage Field House, это домашняя арена Кливленда, Cavaliers. То есть Леброн вот сюда приезжал на работу много лет. И посмотрите вокруг, вот на этот вот райончик, вот этот баров, которые прежде всего живут выручками с гейм-найтов. В принципе, тем более в небольших городах, экономика и даже где-то вот география и планирование этих вещей, она похожа. Да, по большому счету и вокруг Madison Square Garden в Нью-Йорке ведь тоже достаточно кафешек, которые там просто... это еще более интересный бизнес, потому что там много чего происходит. На Rocket Mortgage, конечно, не только баскетбол, но здесь одна спортивная команда живет. Потому что в Кливленде мы говорили, просто это не записали, есть бейсбол, есть футбол, слабенький какой-то хоккей, но как бы бейсбол и футбол не здесь, да, то есть это другая точка притяжения, и там совершенно другая структура геймдея, то есть там потребляешь ты по-другому. Да, очень
впечатляющие масштабы происходящего. Уже город наполняется людьми вот с такими вот бейджиками, как у меня. Да не с такими, как у тебя лучше. Да, у меня лучше, но символика та же. Масочный режим работает. На арену пришли заранее, на самом деле сейчас подготовка, тоже это все очень интересно. Посмотрим, нам еще здесь нужно попасть на практикорт каким-то образом. Смотрите, All Star — это такое место и такое время, где объединяется очень много разных, все, что связано с баскетболом, вообще сюда все съезжаются со всего мира, и события здесь происходят постоянно. Есть такое большое понятие «зал славы», и введение в «зал славы» происходит каждый год. Это тоже отдельно хорошо продуманное многоэтапное мероприятие. Объявляется первый этап, второй этап, там participants, идет голосование, бла-бла-бла. И в сентябре происходит введение в «зал славы», а вот именно в рамках All Star Weekend происходит как бы первое заигрывание с этим. Честно говоря, я даже не помню, какой именно этап будет объявлен сейчас на этой пресс-конференции, с этим разберемся. То есть вот сейчас, например, могут сказать, что окей, у нас расширенный состав или уже результаты какого-то голосования. По-моему, результаты уже происходят. Первая легенда, которую мы здесь сталкиваемся, встречаем, Айзея Томас. Вот этот вот мужчина, он пошел, сейчас будет подниматься. Hi everybody, and great to have you here in the room with us in Cleveland in person for All-Star Weekend 2022. Great to have you out there watching on NBA TV, NBA.com. And the NBA app as well. We are live from Cleveland, All-Star Weekend 2022. Of course, the state of Ohio has more than its share of great basketball history. History, of course, includes MVP Stephen Curry and LeBron James, who were both born down the road in Akron. In 1970, Clevelanders finally got their team when the NBA welcomed the Cavaliers to the league. And in 2016, led by LeBron, the Cavs delivered to this city a world championship. I forgot how to use this. It hasn't been that long. Yeah, it's been a while. Good to see you, my friend. Good to be seeing you. Take us back and sort of put yourself in the shoes of the honorees today. What is that call like? First, you think it's statistical error. Surely they couldn't have called you, but it was in Toronto. And I remember being in my hotel room, the phone rings, and it's John DeLiva, and he says, well, you're going into the Hall of Fame, and I really thought it was a great call. I was glad I didn't say what I was thinking of saying at the time, but he convinced me it was him, and it was... Да я не то чтобы волнуюсь, я не могу сказать, что мне прям вот я пока не придумал, что именно спросить, потому что нет, я с Айзеей как бы много раз, и виделся, и переводил его на каких-то ивентах, когда мы проводили. Он такая очень доступная знаменитость. Прям сверхдоступная знаменитость. И он не то чтобы говорит все время умные вещи. Так, between you and me. Не то чтобы. Поэтому ему нужно задавать какие-то простенькие вопросы. Only one question, IT, if it's possible. Yeah, he's gonna go because he's gonna coach the game tonight. No, only one? One question. Okay, IT, we came from Russia, and you know there's not too much Russian guys right yet in the Hall of Fame. Do you think AK-47 may make it one day? And today's his birthday. Yeah, I do think that one day, he'll get in. I do think that there'll be some other considerations for other Russian players who have had such a tremendous and a big impact on the game of basketball. I think all of us in the sport recognize the contributions and definitely one day will. It ain't no thing to do my thing, it's what I did the best. Yes. I copped that crib and bought two chains and then I hid the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the most. Всего 20 минут в пробках, 25. И мы приехали в Wolfram Center. Это зал местного университета, Cleveland State University. Здесь игра знаменитостей. И на ней тоже полно народу. Билет на нее стоит гораздо дешевле, чем на игру All Stars, чем на любой другой ивент. Поэтому, как правило, это плохой баскетбол. И, честно говоря, мы не знаем этих знаменитостей. Я вот никого оттуда не знаю, но мне интересно, как тут все пройдет. Justin Mann!
Но если я правильно понимаю, и кажется, я видел его вчера по телеку здесь. Молодой мэр города, который будет играть в Celebrity Game. Ну хорошо, допустим, про Machine Gun Kelly я слышал. Он будет играть, так что все нормально, нормально. Есть Celebrity кое-какие. Ну и мэр Кливленда, на самом деле, это впечатляет. Очень лояльная какая-то аудитория. Прям вот. Но опять же, мы, наверное, испорчены немножечко своими такими мероприятиями. Вот, смотрите. Вот Machine Gun Kelly там. Знаешь, почему Machine Gun Kelly играет? Потому что он из Кливленда. Do you guys like your mayor? Absolutely, brother. That's a sick camera. Really nice. Let's go. We got Justin on the track. Cool, cool. We'll see how he plays. Yeah, is that mayor? Oh, I love the mayor. Right. Ain't no vibe like this, they don't rock like this. And you know we don't miss a swish. They don't catch my drift, tell them I ain't they biz. They'll catch my gist, bitch. Ain't no vibe like this, don't rock like this. And you know we don't miss a swish. They don't catch my drift, tell them I ain't they biz. They'll catch my gist, bitch. I'm in a cut with my homies, I'm in a cut with my homies. Show no love to the police, show no love to the phonies. No love, no love. She wanna come to my homies, she wanna ride like a pony. Better pay up if you owe me, don't come around like you know me. Man's that moving too shaky, acting sus for no reason. Still do the dash like Stacy with a city girl, it's that season. She wanna ride this all-wheel drive, you don't gotta put no key in. We on the rise like emoji eyes, you know that they be praying. Stashing the guap, setting up shop. I got a plan, is you ready or not? Puffing this plant, rising my stock. Force on my hand, they moving wide. Don't gotta scam, don't gotta hop. I turn styles, screw it and chop. Shout out Big Bro, he call me Ock. Keeping it safe, we got it on lock. This is a whole mood like O2. Похоже, крышка распределителя немножко разболталась. Да? Откуда ты знаешь? От отца. Он обожал копаться в машинах и меня всему научил. Это, конечно, невероятная возможность всегда быть. Вот нигде так, как на All Stars, ты близко. Хотя нет, на самом деле, конечно, оказываешься. Но здесь есть такая возможность, есть у всех. Оказывается, близко к звездам. Вот смотрите. Вон там сидит Зерковицкий. Вон там вот первый ряд, вот человек в золотой шапочке. После него лысый человек, потом какая-то женщина. А дальше это легенда Ростового Зерковицкий. Going try your luck, test me in again, we let it rain. Please don't start us up, got that black and white, they ain't a game. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up, then that be poking up. Them jeans up, it's sparking up. Let the fireworks, I keep the flame. Heard you parking up, it's the wrong tree, I got the strings. See, I'm charging up, they can't keep up, got them looking drained. Now they walking up, trying to put the face to the name. Pull up and I scuff, and I'm swerving. Try to holler, she gon' curve him. We came from under rugs like a Persian. We been staying in our lane, ain't no merging. Rapping like a turban. Yeah, these d***s all square like Irving. Yeah, we grew up in the hood, no suburbans. If I say I need my money, then it's urgent. Yeah, yeah, they want me to quit. Yeah, they want me to shit. But as long as I'm alive, we gon' keep on making hits. While they steady shooting bricks, man, it's lit. Yeah, it's lit. Me and Dale back to back, and yeah, I'm dishing the assist. Зайти, разговаривать с Бобом Мазией Стюарта. Дим, давай твой звездный час. Experience of playing competitive basketball at the All-Star game. It was great. It was great. You know, competing against our, you know, another teammate on the other team, and you know, having a teammate beside me competing, so. It was great. Enjoyed it. I mean, it was the first time that when you really play like competitive, you really play D in this final game. You like the format? That one? Yeah. We most definitely tried to lock in on some defense, and you know, try to play more defense this game. So. You know, maybe you don't like to remember. You know, I'm from Russia, and they're the most popular YouTube channel in Russia, and our fans
really respects you for the for this LeBron accident. You maybe don't like to remember this, but you know, you they really love you with all your passion and all that stuff. You probably no comment on that. No comment, but no respect to the fans and Russia for sure. Там же он бегал за Леброном, там хотел его порвать. Борьбы за подбор, пока Грэнт там штрафные бросал, заехал рукой в лицо Айзея Стюарту. И Стюарту это, мягко говоря, не понравилось. И он идет просто к Леброну, прорываясь, раскидывая всех вокруг. И как Стюарта не пытаются увести, Стюарт вообще никого не замечает. Его не может 10 человек сдержать. 10 человек просто пытается Айзею сдержать, но давайте честно. Посмотрите на его лицо. Его здесь в этом моменте понять можно. Почему он сходит с ума? По-моему, ответ очевиден. Но тем не менее. Вот только он отходит в сторону. Вроде делает вид, что успокоился и снова несется вперед. Если на этом матче были скауты НФЛ, они могли вот приметить таланты Стюарта. Аж Леброн там испугался. Вы видели его эмоции? Хотел задать серьезный вопрос. So you are here in States for 3 years. Do you have a chance to follow back with European basketball or something? Yeah, a little bit. Yeah, I follow a little bit. Yeah. What are you, Alba? Yeah, of course. I follow Alba. I have a lot of friends still on the team, so follow Alba a lot. Unfortunately, I don't get to watch all the games because the schedule is so different. But yeah, definitely follow it. But still, you having fun watching EuroLeague games? Oh so? Yes, a ton of fun. I think. You know, a lot of people over here don't understand how good the EuroLeague is. So we're from Russia, so right. Yeah, I just covered Alba game versus yeah. Russian teams. Nice. No, especially the way they play. I think. I mean, that's obviously the way I grew up playing. So I really enjoy watching. And you just played. That was a competitive basketball in this final. What's the what mindset you had when you get there? Just let's play D. Let's play really. Right. I think you got to credit our coaches. You know, from the Suns. They did a really good job of making sure that we take it serious and you know telling us that we have the most fun when we play together and actually compete out there. So I thought that was really cool. Yeah. Песта и какие-то еще. Ancient Grains, Grilled Chicken, белки. В общем, не то чтобы я супер фанат здоровых завтраков, но это очень хорошо. Это вот сюда раз еще очень вкусно. Примчались на вот это вот Media Availability. Черт, буду все-таки в маске, будем надеяться, что все это слышно. И здесь прямо вот гораздо больше для этого места. Немножко дальше от вас находятся все игроки, но это хорошее решение в это время. Что? So, try, how it feels to be back in the All-Star? How you like the weekend right now? It feels great. I mean, obviously I feel like I could have possibly been my third year in an All-Star game, but just honored to be here and just around these great guys. It's going to be an unbelievable weekend, and I'm looking forward to it. It's going to be fun. And how you like the weather here? It's different with the Georgia. Yeah, how I like it? I don't know how much I like it. It's a little cold, but I mean, it's nice. I mean, it's different. It's not Georgia weather, but it's nice. I like it. Sorry. If you play in Russia one day, it's like same, you know? We're from Russia, and it's like average. Oh, really? For February. Yeah, no, I bet it's cold out there for sure. What do you expect from the game tomorrow? How competitive it's going to be, the All-Star game? It's going to be competitive. Are you going to play D on some? Yeah, no, it's going to be fun. It's going to be competitive for sure. I think we got a lot of the young guys on our team that are going to be pushing and running the pace. And, it's gonna be fun. Those guys got a lot of talent for sure, but it's gonna be fun. I think we got some too. Fun times. How are you, man? Wow, I'm good. How are you? See you. What's going on? Good. Doing all right? Yeah. I'm back to journalism now, you know. Oh, good. Very good. And you got your man. We met like 7 years ago. Ten years ago. I haven't seen you yet. Yeah. You've been good. I don't know about that. Yes. All right. I'll see you around. Good. Yeah, I gotta go get Joel. Yeah, sure. Знаешь, что вот интересно, что эти чуваки, когда они в своей домашней раздевалке, на своих домашних играх,
они всегда вокруг них все вы, вся толпа журналистов именно вокруг них. А здесь, ну то есть вот к Трею Янгу особенно никто не подходит. В принципе, небольшая активность вокруг Карла Энтони Таунса. Но люди не могут отойти от Дреймонда Грина. Он говорит, 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 говорит. Он, наверное, там свой подкаст записывает просто. How you be like, how you like to answer the same questions all the time? Because we, you, I've been asking, everybody's asking the same and the same. It's like repetition in the gym, right? Like me making a shot. Like yeah, it, it, it comes with it. You know, it comes with what you do. You know, it, it comes with we're being at this level. You know, but it's all love and it's all positive vibes, so it's okay. If you say about yourself as a player, what's the main difference between you right now and 1 year ago? Experience, you know, more experienced. You know, I feel like every game I play, every year, I'm in the NBA. You know, I'm just getting smarter, making smarter decisions, and my game is just becoming more polished, knowing who I am. Okay. Good luck, man. Thank you. Yokara. Yokara. They always play with me. Nicole, you remember about a year ago, Shaq at the made an interview and he trolled you saying "spasiba, spasiba," thinking that was Serbian, and yes. You know that was Russian, right? Yes, yes. What other Russian words do you know? Oof, I know very. Как тебя зовут? Дима. I think I have something else. I have like a whole sentence, but I my bad, I forgot. But it's no bad words on that. That's okay. I mean, to be honest, I think it's pretty much the same yes. thing. Same thing to Serbia, so I don't wanna do that. Luka, you were saying a lot about the All-Star, but this year you had a great experience at the Olympics. Could you take some words about Tokyo? It was. It wasn't great. Fourth place is never great. It's the worst place you can ever be. But we came far away, especially with the. We didn't even know we were gonna go to Olympics. I think I remember in Lithuania. It was a really tough game. The crowd was amazing. Lithuania, all the Lithuanians, man. I just gotta say they have a great, great crowd. They had basketball people. It was a very tough game, you know. And we came out there, and you know, we just won. And it was an amazing experience. And so for tomorrow, you also thinking on about the W, right? On this game. Well, for the All-Star game, you're also thinking about only to get the W and playing defense tomorrow. How competitive are you going to be? I don't know, man. It's more for the people that can, you know, really dunk. People don't come here to watch me. You can dunk, come on. I'll pass the alley-oops. Hey, Jimbo, how is your coffee shop business doing? Coffee's good. I don't got no coffee shop yet. I need one. If Lissac right here give me some money, then maybe I'll be able to open a coffee shop. Where is? Not an Amsterdam coffee shop, though. Yes, just like the regular American, but old school coffee shop, right? Chris, we know you as a big mentor for the young players, give you good advice. But what's the main advice you can give to a veteran player who has to be a mentor in his team? My biggest advice is probably lead by example. You know what I mean? You know, you got to lead by example. Coach always wears a hat, actually, that says WD is greater than WS, and that means well done is better than well said, right? And that just shows, you know, you got to walk the walk before you talk the talk. Thanks. All right, appreciate y'all. Jared, you've been drafted by the Brooklyn Nets when they been owned by a Russian businessman, right? And you had Mozy in your team. Do yes. you feel any Russian connection with the for the Russian fans? Not too many, but I know Mozy was a great veteran for me. You know, he brought me into this league. He told me how to just navigate, be a good basketball player. You know, he took me to his house in LA, so I have a good connection with him as a Russian. Are you texting back and forth with him? No, I guess his number, yeah. If you know. I haven't talked to him in a while, but you know, every time I see him around, it's always a good conversation. All right, I will say him, you say hi. Okay, hey, Mozy. Hey, Mozy. Hunch, based on what I touch. Liaisons with great ones, play baseball, that drum. Hey, Mozy, my hunch, take y'all on that hunt.
eight ball, my fake calls, my eight ball. Дим, что это такое? А, NBA кроссовер, вот теперь это называется так. Раньше эта штука называлась Jam Session, здесь она поменьше. Это, ну, вот такая локация, которая работает весь уикенд. И сюда гораздо более дешевые билеты. И здесь можно в разных формах прикоснуться. Это возможность все партнеры NBA здесь что-то представляют. То есть такой фан experience. Не фан через you, а фэн. Фэн experience. Здесь по своему расписанию тоже появляются игроки. Здесь проходят автограф-сессии. Но сейчас, по-моему, вот автограф-сессий как таковых нету. Они здесь выступают как спикеры. Здесь будет наверняка такая аудитория, где всякие вот такие презентации и дискуссии запланированы и имеют такое очень плотненькое расписание. Ну и просто вот всякие артефакты. Вот, насколько я понимаю, автограф Майкла Джордана, причем свеженький какой-то, а не старый мяч. Make my bank account, my son gave me extra scenery, extra scenery, take control of my tongue. Сейчас пойдем внутрь. Вчера мы были на этой арене, здесь играли знаменитости. То есть она совсем недалеко от основной арены. И мне очень интересно сегодня, сколько сюда было продано билетов, насколько это факт. Сейчас пойдем посмотреть. Пойдемте посмотреть. Мы тут спорим, сколько народу сегодня здесь. По моим оценкам, 1010, наверное, зрителей пришли на тренировку. Но если вместимость 1015. Сейчас я посмотрю это, погуглю. Очень много прессы, самой разной. Как раз вот таких же мизераблей, как мы. Международной прессы. Ну, конечно, идет прямая трансляция. Но прямая трансляция идет, по-моему, не на TNT, а на каком-то вот не основном канале. То есть, на самом деле, в чем особенность уикенда всех звезд? И чему нужно учиться? Что не только очень много ивентов, а еще и каждый ивент – это подготовленное, хорошо организованное медиа-событие, на котором удобно работать и делать контент. У самых больших звезд, у Леброна, у Карри, у Яниса, у них нет вот доступа к ним индивидуально. Они проводят просто большие пресс-конференции. В этом году большие особенности сильно отличаются, на самом деле, этот All-Star Weekend от того, что, к чему я привык, что мы много раз видели. Много разделений между уровнями доступа для прессы. И, ну, в общем, это политика NBA, что они стараются минимизировать количество людей, которые пересекаются между собой. И пресса разделена на три уровня. У Тайр 3 вообще нет доступа, там они должны где-то наверху сидеть. Тайр 2 чуть пониже имеют какие-то другие доступы и выборочно попадают на медиа availability. Тайр 1, самое главное, они сидят, работают внизу. Вот здесь проходят пресс-конференции. После игр, после конкурсов сюда приходит победитель. Сюда вот здесь собирается наибольшее количество людей. Сейчас я вам покажу рабочую комнату прессы, но там буду молчать, потому что там все работают в тишине, там даже телевизоры все выключены без звука, но думаю, что вам будет интересно. Это вот Тайр 1, это тот самый уровень, где работает основная пресса, то есть там вот люди с ESPN, с Athletic, вот самых-самых главных средств массовой информации, которые работают на NBA, и они прям работают что-то. I want to ask about brother-to-brother connection in the NBA. Many brothers playing in different teams. How do you guys follow each other? I mean, like checking stats, watching games. So just when you text each other, you talking about basketball or just general stuff? Yeah, about life. Basketball comes up for sure because it's what we do, it's what we love. I check in my bro's stats every game he's playing. If I'm at home or have ability, if I'm not playing, I'm usually watching it. League pass or whatever, so there's always keeping tabs on each other. He's so proud of the way he's playing, and even after this trade, like
getting comfortable in Brooklyn and all that, so it's a little different, but yeah, we're always checking in with each other. And anytime he's got a good game, he's getting hot or whatever, I'm locked in on what he's doing. How you like the MSG comeback over the past week? Oh, that was special. We were playing that night, so I didn't really get to see it. But I checked in after the game, but seems like he's pretty comfortable in his new environment. Get just hit that mirror for that fit check. Trip coming down the waist, step back, don't get wet. Daddy, you gotta chill, that's what my kids say. Daddy been paying bills, my pockets been paying. Еще одно такое большое событие в рамках All-Star Weekend'а — это HUBC Classic, то есть это игра колледжей. HBCU — это исторические черные колледжи и университеты. NBA вот этой социальной программе сейчас уделяет огромное внимание. И вот сегодня здесь, в рамках всей этой истории, у нас есть возможность побывать на игре колледжей. А это совсем другая атмосфера. И мы здесь достаточно близко смогли оказаться. Я думаю, что вот эти вот несколько минут следующего, вот этого фана, вы почувствуете, чем отличается игра NBA от игры колледжей. Когда это не домашние игры колледжей, не на их площадке происходит. То есть это выездная игра для той или другой команды. Абсолютно такая стандартная история, что под одним кольцом одна группа поддержки, под другим другая. И это не единственная группа поддержки, как правило, там у них много категорий. И здесь будет два оркестра. Вот я больше всего люблю оркестры, и вот это самая классная часть всей этой истории. Вот там один оркестр. Я думаю, с другой стороны будет другой оркестр. И их соревнования — это едва ли не интереснее, чем баскетбол. Вот там уже играет один оркестр. Понятно, что эта камера не передаст. Но здесь почти не слышно. Один почему-то находится на трибуне. А ребята вот здесь вот стоят и ждут своей очереди уже. Происходит, Дим? Окей. Это большое мероприятие. Логистика. Мама любого. We good now. Yes, this one. Thank you. Bye. То есть, как бы, то, что в Санкт-Петербурге вот это все, все обвиняют, это еще ничего. Большое мероприятие, особенно когда любое здание начинает работать не по той схеме, по какой оно работает обычно, это всегда месс такой вот. То есть, я говорю, вау, как, куда, чего, на велосипедах. Не на конях, да? Не, они это полиция, и они не на конях. Они должны быть на конях, почему? На конях, как правильно? Здесь, это же парковка, она работает и на футбольный стадион, и сюда. И мы с какой-то нестандартной стороны, потому что мы всегда приходим с нестандартной стороны. И основная эта логистика продумана для людей, которые заходят с человеческой стороны, приезжают на шаттлах, а не на Мазератти. Поэтому, если вы предпочитаете делать это на стиле, как мы, то готовьтесь к тому, что придется потратить немного времени. Сейчас мы еще сделаем, как в России, все будет хорошо. So we, yeah, yeah, I'm okay. Thank you. Ну что, элитные места у нас на этот раз. Смотрите, какой обзор. Вообще нету на арене точки, которая была бы не видно. Игра новичков в этом году в новом формате проходит. Это мини-турнир. Давно все этого ждали, наверное. Вот пошли и продолжаются эксперименты. 4 команды, 4 главных тренера, 4 легенды NBA. Они набрали себе новичков во второгодок по 7 человек в каждой команде.
7 человек? Ну, 7-8. Сначала они играют два полуфинала, и потом победители встречаются в финале. Полуфиналы играются до 40 там, или до 50, финал играется до 21. На самом деле, это все всего лишь цифры. Самое главное, что наконец-то вот этот вот матч новичков будет, наверное, больше похож на спортивное соревнование, а не просто на конкурс по забиванию сверху. Наверное, в этом план. Посмотрим, что из этого выйдет. Он на сцене, это Стефан Карри. И здесь такое поднимается сразу. Ну ладно, допустим, у нас в лаунже люди не очень внимательно следят за тем, что там происходит. И ненавидят меньше, потому что они пьют. А те, кто сидит на трибунах и смотрит прям серьезно, они прям его забухали сейчас. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I dub them. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust it. I talked to a shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride. I can't be mixy when iffy the vibe. And 40 on 50, it's really the time. Why is you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you asked the game. I'm playing the All-Star game tomorrow. I'm gonna get drunk. I'm gonna be blasted tonight. I'm gonna be blasted. We're gonna get someone to go, what is this, like, I swear, bro. I'm gonna come in tomorrow, they're gonna be like, why is Carl wearing sunglasses in the game? Тимофей Мозгов там сказал, что в городе вообще пожрать нормально негде. Поэтому мы приехали вот в район, где, видимо, Тимоха жил. Мы есть план, что он нам скинул адрес, и мы, наверное, когда поедим, уже доберемся до его дома и пришлем ему фотографию какую-нибудь. А сейчас идем смотреть, что он сказал, что здесь хорошие ребрышки. Придется есть ребрышки. Тимофей Мозгов играл полтора года в Кливленде, прислал нам ссылку и сказал, ну ты же не поедешь, Диман, ну ты же не поедешь. Но рядом был ресторан, в котором он рекомендовал съесть крылышки и ребрышки, везде он рекомендовал ребрышки, там остались только крылышки. И мы приехали посмотреть, где он живет, Тимох, симпатично. Сейчас мы поставим эксперимент и узнаем, за какой промежуток времени мы доедем от этого дома до арены, где Тимофей стал чемпионом NBA. Ну, то есть, играл в команде и стал чемпионом. Сегодня главный ивент всего All-Star Weekend. Матч всех звезд команды Леброна против команды Дюранта. Let's go! Вот я не исключаю, что вот на этом автобусе реально сейчас подъехал Деннис Родман. Да, так вот, Rocket Mortgage – это как раз универсальная арена, которая принимает сегодня спортивные мероприятия, завтра какой-нибудь еще. Сколько я был на матчах, вот прям на главных матчах, по-моему, они ни разу даже вовремя не начинались.